Привет, друзья! Сегодня приготовим печень в банке. За вас! И первым делом нужно подготовить и замариновать саму печенку. Сегодня у меня вот такая вот говяжья печень. Ее нужно подготовить и зачистить от пленок, так она будет более нежная и легко жеваться. Можно немножко поддеть ножом, и потом при помощи рук и пальцев аккуратно удаляем пленку. И обязательно с обратной стороны делаем то же самое. Очень важно не пренебрегать этим шагом во время приготовления печени. Тогда вы действительно насладитесь хорошим, нежным вкусом. И нарезаем ее мелкими кусочками. Просто отлично. И теперь печень нужно замариновать. Сдабриваем ее солью, сушеным чесноком, черным молотым перцем, сладкой паприкой и немного ароматных трав. Аромат будет просто потрясающий. И все замешиваем. Аккуратно распределяем все специи. Отлично. А обогащать нашу печень мы будем другими овощами, репчатым луком, айвой, который дает потрясающий аромат. И сейчас зимой самый отличный вариант разнообразить ваши мясные блюда. Первым делом нарежем небольшое количество репчатого лука полукольцами. И отправляем его в банки. И укладываем на него первую порцию печенки. И хорошенько утрамбовываем. Следующим этапом у нас идет подушка из сладкого перца. Смешаю красный и немного желтого. Уже получается красиво. И также хорошенько все утрамбовать. И снова отправляем печень. Отлично. И делаем финальную шапочку из айвы и репчатого лука. Но для начала добавлю небольшое количество острого перца. Буквально по 3 штучки. Просто супер. И теперь, чтобы все слои получились еще более сочными, добавим небольшое количество курдюка, или можно использовать сало, нарезанного мелким кубиком. Буквально чуть-чуть. И немного присолить. Теперь во время запекания курдюк будет плавиться, обволакивая своим жиром все остальные продукты. И блюдо получится очень сочное. Закрываем банки фольгой. Для аромата можно в каждую добавить по веточке розмарина. Делаем из фольги двойную шапочку. И закрываем нашу банку. И делаем одну небольшую дырку. Так как приготовление в банках довольно опасная штука, поэтому обязательно следуйте следующим правилам. Банки отправляются в холодную духовку и разогреваются вместе с ней. Запекать будем при 180 градусах 35-40 минут. После этого выключим духовку и дадим банкам остыть еще в ней, примерно в течение 10-15 минут. После этого их можно будет вынимать. Нагрев вверх-вниз, 180 градусов. И ни в коем случае не используйте плотно закрывающиеся крышки, только шапочка из фольги. Аромат невероятный. Давайте скорее пробовать.
Получается большое количество наваристого и ароматного бульона, нежные овощи и очень мягкая печень. Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки и комментарии. Давайте скорее пробовать.